Лови его, стой! Ой! Ваш поросенок теперь наш. Мало тебя в прошлом году волк ел. И бабку твою. Поросенок наш. Нет, наш. Вы что, купили его? Да. Тогда платите. Пожалуйста. Ага, попало, так тебе и надо. Звезд сегодня. Как бежит время, уже утро. И кошке, и оленю, и толстому тюленю, и каждому комарику вставать пора. Рассвет, ну просто небывалый. Ой, что-то случится, пожалуй. Ой, что будет, ты не говори. Па-па-па-па, па-па-па-па, па-па-па-па-па. Эй, эй! Па-па-па-па, па-па-па-па, па-па-па-па-па. Эй, эй! А ну-ка, раз, два, ну-ка, дружно, веселей! Hey! Сегодня много, сделать нужно, ну-ка! Hey! 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 Hey!
что воете? Ну, воете, воете на весь лес. Да воишься. Кликайте, беду-то. Кликайте на свою голову. Мы уж и так в окружении. Мам. Мам. Надо же, мам. Вы мстить-то собираетесь лесорубом, а? Или нет? Ты думаешь, что, матерь, у тебя железная? Это ты думаешь, что она бег от позорищ терпеть будет? И год прошел, как твоего родного брата убили, а твоего товарища. А в лесу-то нашем, а? Что делается? Страшно. Душа стынет. Люди-то ведь как у себя дом разгуливают. Дети малые, и те обнаглели. Туды-сюды шастают, то и дело. Страшно. Мамаша, я вами удивляюсь. Он удивляется. Брата твоего, родного, год назад убили. А твоего товарища? При нем-то. Все в страхе же. Лес-то наш был. Не высовывались. Наш лес был! Вот видите, мама. Мама-то все видит. А ты лес наш видел? Я тебе спрашиваю, ты лес наш видел? А малый-то? Малый-то, племянник твой, ведь от рук отбился на тебя глядя. Пропадает малый. Уж какой день вижу, зубы не точит. Кто мстить будет, а? А ты отлеживайся, отсиживайся. Уф, бегемот. Мама, ну, не надо об этом. Вы же знаете. Обмен веществ. Была семья. Какие волки были. Семья разваливается. Отомстить некому. Мама, еще одно слово. И что, повесишься, да? Он повесится. Ага! Мама, вы меня съели. Худенький. Худой. Ой, прости меня, дуру. Возьми его на это дело, а? Он пропадет. Он меня засветит с первого шага. Ты же знаешь, какое это дело, тут нужна форма. Так ты сделай из него волка-то.
А, худенький. Худой. Да не сердись ты на меня. Он пропадет. Он объелся. Не хочет жить. Одно мучное и сладкое. Ты его закормила, а теперь хочешь, чтобы он годился для такого дела, как это? Ладно. Я заплачу. Ну, естественно. Расплата потом, после бала. А сколько? Ровно. Столько, сколько он мне будет стоить. Дедушка, можно я с красной шапочкой в лес пойду? У нее бабушка заболела. Заболела? И что, беда какая? Когда что я с ней дудкой менялся? Третьего дня, что ли? Не помните? Третьего дня она сидела на крыше. А я говорю, что я с ней третьего дня дудкой менялся. Ничего подобного. Она была на крыше. А я говорю, что я с ней дудкой менялся. Она сидела на крыше. Она сидела на крыше. А я говорю, что я с ней дудкой менялся. Цепкина бабушка третьего дня целый день просидела на крыше. Ага, а я говорю, что бабушка, я... Бабушка на шапочке целых три дня просидела всю крышу до самой трубы. Да? А я говорю, что я... А ты говоришь, что с ней трубка менялся. Да при чем тут трубка, когда тут дудка? При чем тут дудка, когда она на крыше? Как же она на крыше, когда я с ней менялся? Как же ты менялся, когда она сидела? Как это она сидела, когда у меня ее дудка? Она сидела на крыше! 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 Молчать! А я говорю, что я с ней дудкой менялся. Ну вот, теперь я ее не догоню. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то потихоньку бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно-верно, то, возможно, можно-можно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты. Обезьяны, кашалоты. И зеленый попугай. И зеленый попугай. И как только-только-только, и как только на дорожке, и как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже
зверю, верю, верю. Не забуду, буду, буду. Буду здрасте говорить. А, здравствуйте, реки вот такой ширины. А, здравствуйте, горы вот такой вышины. А, ходила бегемоты. А, обезьяны кишелоты. А, и зеленый попугай. А, и зеленый попугай. Ну, конечно, ну, конечно, если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома не гуляй. Ни к чему тебе дороги, коса горы, 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 буераки, реки, раки, руки, ноги, береги. Да, чем тебе море вот такой ширины? Да, чем тебе небо вот такой вышины? А, ходила бегемоты, а, обезьян кушелоты, а, и зеленый попугай. А, и зеленый попугай. Бабушка, можно я с красной шапочкой в лес пойду? У нее бабушка заболела. С кем? С кем? С кем? Красной шапочкой. Ты что удумала, а? Может, прямо уж сразу с серым волком? Шапочка эта-то знаешь, куда тебя заведет? Знаешь, куда тебя заведет? Знаешь, куда тебя заведет? И чего это ее мать-то думает? Уж ездил с бабкой в прошлом году. Мало им. Ну и мать. Ну и мать. Ну и мать. Вот так мать. А бабка их шпиленок такая. Жизнь их никак не научила. Глупые они. Глупые они. Глупые они. Глупые они. Глупые, глупые. А почему? Почему же их все любят, а нас, небось, никто? Сперва думай головой, чем такое говорить. Ладно, нас никто не любит, но их чего любить? Прям подумаешь, какие особенные. А мы тоже очень даже образованные. И нос в лапше, и губа в борще. И вообще! Ишь ты лесу не боится, хороводится. Куда хочет, туда ходит, вот доходится. Пошла бабушку лечить, делать нечего. И идет и поет, как сумасшедшая. И некрасивая она, никуда не гожа. И глаза у ей кривые, да и нос тоже. Ой, корзиночка-то у ней такая плевая. Да и бабка-то у нее небось здоровая. А и нос вообще, и губа в борще. И вообще! И пущайся ее, дорожку скатерти! И за ней нас ненавидит все село! Ты чего там, что она, что бабка с матерью? Они все живут, лишь бы нам назло! Да у нее небось и ружье с собой! А в кармане-то небось у ей гвоздь какой! А в корзинке небось тоже спрятала! Так кто хочешь, пойдет без провожатого! И нос вообще! И вообще! И вообще! Спасибо бы бабушкам сказала, что от беды отводят! А она полотенце солит. Ты что думаешь, волки им обиду позабыли? Хм, чтобы волчиха так им спустила? Не будет этого. Не будет этого. Не будет этого. Услышим еще новости. Да, поразительная вещь. Гляжу я вчера вдаль. Прокляну я тебя. Бежит, бежит, старается. Все, собирай его. Шапка пошла к бабке. Шевелись, шевелись, одевайся. Ну. Так, мне. Ясно. Если ты хочешь, чтобы он стал настоящим волком, тогда пусть будет, как все, пусть будет голодным. Не суетись. Если мы не придем к обеду, нас не жди. Ты сама знаешь, какое это дело. Или единственный миг, или в городском зоопарке. Лесоруб! Ты что, дубиной в лёд собрался, а? Ты сразу на лбу напиши, я разбойник. Он со мной не пойдет. Ты что, зуб перевязал, а? Притворяйся, да?
Он со мной не пойдет. Да и кто тебе есть ее заставляет, шапку-то эту? Уж на это я не рассчитываю. Ничего от вас не прошу. Посадите ее в мешок и мне принесите. Уж я знаю, что с ней сделаю. Он со мной не пойдет? Я накину. Тогда будешь платить по счету, как у людей, за все отдельно. Ну... Пусть толстый несет мешок. Пусть отработает свое. Ну что, опять пошли? Знай, помалкивай. Да знаю я, шапку ловить. Ты мешок вчера стирала? Стирала. Не твоего ума дело. Чтоб шапка от пыли на весь лес не чихнула, да? Тебя ж, проклятого, эта шапка сиротой оставила, а ты? А что, она его что ли ела? Он сам первый начал. Это кто ж тебе сказал, а? Это тебе дядька сказал? Ну, таком хворостина плачет. А что он ему сделал-то? Ну, скажи, скажи, за что ее съели? Чего ж не говоришь-то? А зачем она ему правду сказала, а? Где бабушка живет? Где бабушка живет? Помолчи. То полезла со своей правдой. Ух, грех взяла. Ну ты думай, думай, чем правда кончается. А ну-ка, заруби его. Браво! Новый мировой рекорд метания молота. Иди домой. Тихо. Как же, мама? Туда. Срезаем угол. Это она? Она. Кого я вижу? Какая встреча? Глазам не верю. Какими судьбами? Куда путь держим? К бабушке. Редкая удача. Нам по пути. А где ваша бабушка живет? Ой. А почему это у вас такие зубы? Какие у него еще зубы? Негодные. Вот какие. Разве можно столько сладкого есть? А еще лесоруб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И мучного. Вы что? Ему же больно. А если бы вас так щипнуть? Ты что, больно же? А ну-ка откройте рот. У вас все зубы болят или только один? Закрой пасть. Опять?
А что это у вас такие глаза? Какие еще глаза? Плющи, вот какие. Если у вас от чего-то испортилось настроение, то не надо его портить другим. А то ваш товарищ... Ну что же вы, какой вы странный. Так запутаться в мешке. Мы же здесь, попросили бы нас помочь. А то вы так запутались. Запутался. Так прям нарочно не запутаешься. Я не нарочно. Я не нарочно. Опять? Так я и знала. Ну вот как ему не стыдно? Ты куда? Звездочету, конечно. Стой! Какому звездочету? Ты же к бабушке шла. А как же бабушка? А где мешок мамин? Что? Где мешок мамин? Что? Мешок! Собирайся. Ну что, как продвигаются наши дела? Сколько ты считали? Еще 1 100 280 штук? Так мало. Значит, вы опять отвлекались. Вы меня не убедили. Люди так не храпят. Ужас! Вы совершенно не умеете притворяться. Счастье, что вы не артист. А ну-ка, откройте, пожалуйста, глаза. Откройте. И вам не стыдно смотреть на мое расписание? Стыдно. А почему? Ну, сознайтесь, почему? Там ошибка. Какая же там ошибка? Грамматическая. Люди так не говорят. Считание звезд. Да? А я про другое. Вы не спали сегодня днем, а прикрываетесь грамматикой. Я спал. Нет, не спали. Я пытался заснуть. В тапочках. Ну что, кто прав? Вы опять занимались не своим делом. Какой чудесный звук! И вот этим вы хотели сразить мою бабушку? Это экспериментальный вариант. Ой, не запутывайте меня, пожалуйста, словами. Ведь вы прекрасно знаете, что мы еще этого не проходили. А все знают, что вы поспорили с бабушкой. Ну и что, превосходно. Я и сейчас утверждаю, что делать свистульки легче, чем считать звезды. Значит, вам трудно считать звезды? Мне? Трудно считать звезды? Сказать такое просто непостижимо. Непостижимо? Да. А знаете, что вы наделали? Что? Теперь моя бабушка целыми ночами считает звезды. Считает звезды? Как? Она разве умеет считать звезды? Умеет. Точно так же, как вы умеете делать свистульки. Ну хорошо, ты не годишься для дела. Ну почему? Да ты не бойся, я не скажу матери. Я говорю, раз ты не годишься для дела, то дай хоть мысль. Ага, пожалуйста. Ну говори. А какую? Почему мы ее ждем? Чтобы посадить мешок. Мешком маминым. Я говорю, что шапка подумает. Подумает, что мы ее поджидаем. Ага, подумает. Решит, что это подозрительно? Решит. Позовет людей. Позовет. Люди прибегут. Прибегут. И тебя, толстого, поймают. Поймай. Ой. Ой. Пропали мы. Пропали. Пропали мы. Пропали бы. Тихо. Жди здесь. А я... Thank you.
никакой приличной одежды. А еще звездочет называется. Дьявол его возьми. Один глупый лесоруб, знаете, такого захотел себе тулуп сделать без портного. Положил он свой топор далеко на полку и не может до сих пор нитку вдеть в иголку. Па-па-па-па, положил он свой топор да-да-да-да далеко на полку и не может до сих пор, и не может до сих пор нитку вдеть в иголку. Один глупый капитан в бурную погоду взял и сел на барабан вместо парохода. В это время град пошел покрупней гороха, барабану хорошо, капитану плохо. В это время град пошел па-па-па-па покрупней гороха, барабану хорошо. Капитану плохо. Шили плотники штаны, вот тебе и брюки. Пели песенку слоны, вот тебе и звуки. Лили воду в решето, вот тебе и здрасте. Лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер. Лили-лили-лили-лили воду в решето. Во-во-во-во, вот тебе и здрасте. Лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер. Ой! Что? Бабушка, мне надо бежать. Скажи бабушке, чтобы приняла аспирин. Таблетку через час после еды. Браво, браво. Профессор, даже детям понятно, что вы лучший в мире ловец бабочек. Уймитесь, хватит придуриваться. Ах, ваши зубы, ах, вы много едите сладкого. Ты нарочно запутался. Я... Ну, толстый, смотри, если сейчас подведешь. Убегу я от вас. Беги, беги, бегун. Добегайся. Добегайся. Куда? Подашься, а? В дальние страны. Заждались тебе там. С капканами, да с оружием. Вредная ты. В других лесах волки полезны. Где-где? Откуда про другие леса-то знаешь, а? Из книжки ты это знаешь, да? Из книжки ты проклятый знаешь! Из книжки ты проклятый вычитал! Что за дурак ее на свалку-то выкинул? Педанят, учат их, учат, а не книжку на свалку, а? На свалку. А еще люди! Вот они, люди-то! А ну, веди, покажи, где ты ее зарыл? Эту книгу окаянную. Ну, давай, давай, ищи. Это ты что, с родной бабушкой так разговариваешь? С родной бабушкой? Ну, ищи, ищи. Чего ж ты не ищешь-то? Я этот букварь чертов найду. Я его в клочки разорву. А ветер будет, я его по ветру пущу. А ну, говори правду, где ты ее книгу зарыл? А то сейчас ложка-то пляшет по лбу твоему. Ну, говори правду! Не буду я говорить правду, чтоб ты за нее меня съела.
Сама говорила про шапку-то. Нет-нет, профессор, у нас в деревне. У них в деревне так бабочек не ловят, профессор. Ты что, с ума сошел? А почему, профессор? Да потому что так можно поймать только теленка, профессор. Заходи, смелый идиот. Бабочек ловят так. Вот так. Ну давай. Ай, бабочка! Чернее! Профессор, упустили бабочку! Давай, все, конец. Нога. Голова. Ку-ку, профессор, я здесь! Отдай. Слышишь, отпусти мешок, от тебя не нужно. Так нечестно. Теперь моя очередь. Теперь я... Брось, хочу. Я же не мальчик. Ну вы же были ребенком. А? Ну были же. Были. Ты и был ребенком? Наверное, у него разболелась нога. Надо ему предложить подорожник. Какой еще подорожник? Если бабушка узнает, что я вас бросила с больной ногой, она еще больше заболеет. Пожалуйста, не пыли мешок, дай его сюда. Нет, ну для чего кого-то надо ловить? Так уж устроено, кто-то кого-то должен ловить. А я не согласен. И я не согласна. Вот, например, мы с вами поймали слона. Что мы станем с ним делать? Слона? Съедим. Чтобы он застрял у тебя в глотке. Слона! Слона! Во-первых, слонов не едят. А почему? Ты привела неудачный пример. Ты приведи ему курицу. А кто пробовал съесть слона? Скажите, пожалуйста, они не едят. А кто-нибудь пробовал съесть слона? Фу, профессор, посмотрите на себя. Вы же просто хищник. Не обращай на него внимания. Профессор проголодался. Дороги. Мы задержались в пути, он не ел с утра, и он готов съесть слона. Слона! Держите его! Он утопится! Держите его! Не трогай его, он кусается! Ну и пусть он будет, держи его! Ну что, Толстый, съел слона? Уйди отсюда!
Браво, браво, чудо. Оп! Ну, лови. Вот они, люди. Купите мне ее. Что вы делаете? Мне же бабушке надо. У меня же бабушка заболела. Подождет твоя бабушка. Да что честно? Вот вы понимаете, у меня бабушка заболела. Что вы меня тащите? Пустите сейчас же, человек не продает. Смотри, толстый. Хорошенько смотри. Это люди. Мне некогда играть, я спешу. А, так! Тебя излупят плетками, и ты запрыгаешь, как миленькая. Ни за что. У меня есть дело, и я сначала сделаю его. А мне нет дела до твоего дела. У меня-то нет дела. У всех людей есть дела. А я ребенок. Не городи чушь. Ты человек. И должен жить по-человечески. Прыгай! Ни за что. Никто не прыгает в доме и не пачкает полы мелом. Попробуй потом отмой. Ну попробуй. А няни на что? Ха-ха, няни. А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане? На остров? Вот здорово! А как же ты там проживешь без повара, без няни? А я найду кого-нибудь. Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем. Не обитаем? То есть абсолютно. Подушек нет, ложек нет, нет ни одной кроватки. А я на травке буду спать. Проснулись на травке. Костер, костер, костер. А я на ложечке костер. Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем. Что, совсем не обитаем, да? То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не сварит ничего, ни на каком огне. А я пойду топор найду. И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь? Нет, не умею. А ты хотел убежать успеешь? Нет, нет, нет.
Боже мой, как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем. А я. Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам. Ну почему? Почему? Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам. Ну я пошла. Стой! Ну что, купили мне ее или нет? Я что-то никак не пойму. Ребенку пора спать! Отпустите меня! Какая прелесть! Дети, сейчас же! Взять ее. Угу. Запереть. Ходит за смерть их посылать. А это все спит. Сбежал! Ух, проклятый! Ау, ау, красные шапочки, красные. Красная шапочка, не бойся нас, мы подруги твоей бабушки. Подруги бабушки. Ну, спускайся скорей! Ну, вот! Спускайся скорей! Ну, вот давай сюда, к нам! Ну, вот так! Давай, красный шар! Ну, не бойся нас! Не бойся нас! Все спят! Ага! А я сейчас как зажу! Ари, ты мне так надоел, что мне уже все равно. Ари. А
я не буду орать. Не ори. Мне тебя поймали и заперли. Но насильно я все равно не смогу стать твоим другом, если меня даже тут продержат до старости. Тебя сейчас излупят плетками, и ты залюбишь меня, как миленькая. Да ты с ума сошел с этими плетками. Ты что, любишь тех, кто тебя лупит? Ты что? Меня нельзя лупить. А почему тебе нельзя лупить? Потому что я ребенок. А хочешь один секрет? Хочу. Иди сюда. А знаешь, я бы тебя выдрала хорошенько. А почему? Да потому что ты неприятный ребенок. Маленький. Ну какая беда с вами? Ну не плачь. Ну что ты, давай договоримся по-человечески. Прыгай! Да ну давай! Пустите собаку! Скорей! Ловите собаку! А я! Воры! Что здесь происходит? Собаку спустите! Куда же ты? Куда? Шапочка! Красненькая, подожди! Стой, погоди! Подожди! Я должен тебя... Речь потом, после бала напяливай туфли за мной. Сейчас я ее догоню. Она от меня не уйдет. Погоди, ну... О, мама! Что я ему скажу? А? Нет, это не для меня. Куда бежим? Зачем бежим? Почему бежим? Мешок. Что я ему скажу? О. А почему это вы хромаете? А мне жмет туфель. Так его можно размять. Не надо ничего разминать. Подержи-ка зонтик. Пожалуйста. Где мешок? Нету. Вы такая печальная дама. У вас, наверное, что-нибудь стряслось. А у меня есть для вас одна вещь. Я могу вас порадовать. Посмотрите на свой цвет лица. После прогулки вы себя не узнаете. Ой. Там кто-то сидит. Вот вы развеселились. Кто там у вас сидит? Ну, посмотри. Ну что, кто там? Это вы, мадам? Я не такая. Ну, конечно же, вы не такая. У вас же флюс. С флюсом все не такие. Вот вы себя и не узнали. Ну, посмотрите, люди добрые. Ну, разве ж это я? Али, мадам? Нет, вы все-таки очень печальная дама. У вас все-таки что-то стряслось. Печальная дама потеряла одну очень важную вещь. Но вы не унывайте. Если эта вещь потерялась в нашем лесу, то она обязательно найдется. Надо только хорошенько поискать. Да, меня ограбили. А вот это неправда. У нас лесу больше не грабят. Это было давным-давно, еще в прошлом году. До того, как нас бабушка съел волк. А меня ограбили. Ну, хорошо. Не нервничай. Я скажу лесорубам, и они поищут. Но кому? Лесоруба, вы не ослышались именно им, да? Ох, лесорубы, это такие мужчины, стоит им только начать, они поищут.
Я обязательно найду. Ой, наша девочка попадет под дождь. Дьявол, этого еще не хватало. Еще простудится, чего доброго. Греха не берешь, идем. Делывает. И как только не стыдно у нее. Бабушка, заболела она. Ну и дождь. О-хо-хо! Вот это дождь! Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят, меня дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой. Па-па-па, погода злится, па-па-па-па, гроза грозится, па-па-па-па, гроза грозится, как говорится, быть беде. Но смелое сердце врага не боится, но смелое сердце врага не боится. Пам-па-па-пам, па-пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой. Па-па-па-па, погода злится, па-па-па-па, гроза грозится, па-па-па-па, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Смелое сердце врага не боится, смелое сердце врага не боится. Пам-па-па-пам, па-пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не требую награды, отчета не хочу. Скажите, если надо, приду и защитю. Не нужен мне ни порох, ни пули, ни пыжи, пока в моих патронах огонь моей души. Па-па-па-па, погода злится, па-па-па-па, гроза грозится, па-па-па-па,
гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится. Но смелое сердце врага не боится. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. И друга не бросит нигде. Какая же легкомысленная. Там же дама. Вы представляете, у них только зонтики от солнца. Я оглянулась, а их уже нет. Хм. А вдруг их смыло дождем? Прийти на помощь дамам? Это честь для любого охотника. Ты мне осточертел! Ты все делаешь нарочно! Понял? Ну как ты мог так подумать? Мне нечего думать! Понял? Где мешок? Нету. Меня ограбили. Бедная мама, так и завраться. Кто тебя ограбил? Я боюсь тебе сказать, ты вот опять не поверишь. Хватит кривляться! Кто? Волчонок. Какой еще волчонок? Наш волчонок, наш! Вот видишь, я сказал, правда. Так, жалко родного, да более жаль, но ничего не поделаешь. Стой! Остановись, лучше будет! Мешок, скорее, ну! Чтоб он провалился, щенок. Да, думать нечего. Дело более чем странное. Шапочку мы отпустили, а в лесу неладно. А ну пошли.
Скорее, а то я спешу. Пишу. А я знаю, вы мальчишка. Мальчишка. Они всегда передразнивают и обращаются на ты к девочкам. Вы отсырете, вы станете мохнатым и зеленым. Не стану! А, вот вы и попались. Эй, там на дне, держитесь крепче, без тех наверх. Не смей тащить меня, отпусти руки, кому сказано? И не рассчитывайте на это. Не могу же я вас оставить в беде. Притом это заброшенный колодец. Отойди от колодца, мне не справиться! Вранье, никто от хорошей жизни не станет сидеть в колодце. Станет кому надо! Вранье не доведет вас до добра. Какое дело? Ты же один раз сказала правду! И вовсе не один раз, я все время говорю правду. А что? И вас с бабкой съел волк! Да не съел! Ел, ел, да не съел! Съел, съел! Я знаю! Я знаю. Ну, если бы съел, меня бы не было, тогда кто бы вас вытащил из колодца? Ну, кто? Сознайтесь, кто? И вы бы засели здесь навсегда? Ну, что ж вы замолчали? Ай! Мамочка! О, будет записано в счет. Какой дьявол! Тебя занес крапиву! За что? За что так страдать? И ты, страдалец, почему тебя понесло в крапиву? Я хотел срезать и угол. Ты путал след? Я не путал след. Ты видел, я чуть не сгорел там. Он путал след! Я не путал ты след! Ты путал я след! Не путал он след! Он путал след! Я не путал след! Я пущу вас по миру! Ты меня очень обидел. Акула с незабудкой в зубах. Бродячий цирк! Только одно представление, только для тебя. И бесплатно. Тебе здорово повезло. Узнаешь? Это самый знаменитый клоун в мире. Али. И бесплатно. Али. Работу у нас узнал. Али? Али?
Ну что? Ты смеялся? Ты доволен? За это ты никому не скажешь, что ты нас видел. По рукам. А почему? Да потому что мы не можем на всех работать бесплатно. Артист устал. Зрители ему этого не простит. Нет, ну а почему никому нельзя говорить? Тебя ждут? Эти! А ну их! Нет, ну почему никому нельзя говорить, а? Почему? Ну что ж, он меня покорил. Бесплатно тебя не устраивает, а за молчание ты хочешь выкуп побольше. А ну-ка, покажи глаз. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот видишь, и все из-за этой красной шапочки. Какая-то фитюлька, вот. Я это с дачи. С дачи. Этого, положим, от тебя не дождешься. Плохо дело, друг. У тебя нет силы. Как? Ты видел? Лесорубов. А знаешь почему? Вот. Вот откуда мужчины берут силы. Так уж и быть. Отдаю самое дорогое. А что дороже денег? Уговор. Умница. Да. Иди и подыми хорошенько. Не раз помнишь меня. Потом. Ну теперь я всем дам, проклятые. Только затягивайся поглубже. Ты куришь? Да. Ты перегрелся, толстый. Это только в сказках волки дымят напропалу, а в жизни курящий волк обречен на вымирание. А тебе будет так нести дымом, что каждый цыпленок почует его за версту. А трубка для дураков, этот негодяй, решил шантажировать меня. Слишком много на себя взял. Ничего. После первой же затяжки он выйдет из игры. Что? Что? Что это такое? Кто? Кто? Это ужасно. Видно, он больной. Ах, как мы были слепы. Вот, до чего дошло. Так жить глупо и нелепо. Все. Сам, а люди на что? Это ужасно, это напрасно, это опасно. И нехорошо. Это ужасно, это напрасно, это опасно. И нехорошо. Сам ест, так ему вкуснее, сам пьет. Вот тебе и раз, этот он привыкнет кушать без лакеев, а потом того же потребует от нас. Где-то девчонка. Где-то девчонка? Выдрать сей же час. Где-то девчонка? Выдрать сей же час. Да бог гляди научится обувь себе завязывать, цветы сажать, посуду мыть, а вырастет большой. Не сможет он приказывать, покрикивать, наказывать, а с кем-нибудь подружится и станет так чужой. Где же девчонка? Взять ее живой. Где же девчонка? Взять ее живой. Раз уж вы все равно там сидите, сделайте одно доброе дело. Какое еще доброе? А такое. Посмотрите, пожалуйста, оттуда, на небо. Правда говорят, что днем из колодца видны звезды. Thank you.
видны? Видны. А вы говорили, от чего, зачем, почему? Вы что, не учились в школе? У меня была книга. А где же она теперь? Сгорела. Ну вы не расстраивайтесь. Я вас познакомлю вот с таким звездочетом. Когда вам одиноко и грустно чего-то, или что-то охота понять, пойдите и найдите седого звездочета, он рядом рукою подать. На все вопросы в мире есть у него ответы, прочел он 3000 книг и выучил все небо, измерил все планеты и позволит вам взглянуть на них. Там на большой высоте, даже сказать страшно где, звезды висят, как будто апельсины. А между звезд, между звезд, задравших хвост, пышный хвост, ходят кометы, важно, как павлины. А на луне едет медведь на слоне, лунный медведь, голубенькие глазки. Не замечая того, что мы глядим на него, он сам себе вслух читает сказки. Он сам себе вслух читает сказки. И вся печаль проходит, когда глядишь на небо, в трубу или просто в окно. Но правда в это время ни дождика, ни снега на улице быть не должно. Тогда среди несметных сокровищ небосвода найдется звезда и для тебя. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белый. Закрой свои глаза и считай до 10. Пожалуйста. И не вздумай подглядывать. Какая ерунда. Бегите куда хотите. Эй, вы можете открыть ваши глаза? Благодарю вас. Еще неизвестно.
неизвестно, заболела ваша бабушка или нет? Как неизвестно? Я не понимаю. Да и понимать нечего. Неизвестно и все. Не пробегала здесь. Здесь? Не пробегала здесь. Да. Да. Красная шапочка. А? Ребята, договоримся на мосту. На кого работаете, ребята? На хозяина. А мы на маму. Вы слышали, ребята, мама. Мама ради своих матерей, ребята. А? Он обещал маме. Ну, поверьте мне, не ввязывайтесь в это дело, ребята. Здесь вам меня не достать. Я ловец, я ловлю всю свою сознательную жизнь. Кур, зайцев, удачу, черта лысого. Но ловить детей бессмысленное дело. Посмотрите на него. Ты ловил детей? Ловил. Ты же сам знаешь. Ты поймал кого-нибудь? Нет. Ты же сам знаешь. Знаю, знаю. А почему? Сколько будет 2×2=4, ребят? Не знаете. Так я и знал. Плохо ваше дело, ребят. Они знают, дети. Они знают все. 3×3=4, 5×5. Вышел зайчик погулять, вдруг охотник побегает прямо в зайчика, стреляет и в папу ее умирает зайчик мой. Ну! Зайчики мои. Ну-ка. Девчонка наша. Хозяин. Куда теперь? Да хоть в воду. Ура! Ура! Победа! Ура! Не ори. Тебе этого не понять, толстый. Мне нужна была настоящая победа, морально. Я начинаю терять форму, гоняясь за этой девчонкой. Нечего себя, толстый, разгуливать без штанов, а в шляпе. Пора приодеться. Ну что такое? Ох, еще одна редкая удача. Дети мои, опомнитесь! Так, шалить нехорошо! Опомнитесь! Ребенок близко. А почему такая суета? Я хотел спросить ее... Что спросить? Что именно? Рецепт манной каши, мотив Чижика-Пыжика, выкройку Красной Шапочки. Ты перекинулся на ее сторону. Я не перекинулся. Он перекинулся на ее сторону. Я не перекинулся. Ну, надо. Наконец-то. Ты куда запропастилась? Я думал, ты заблудилась. Я хотел... Отец мой... Вы перепутали девочку, эта девочка другая.
А почему другая? Не пугайся, дитя мое. Он очень рассеян, не обращай на него внимания. Он забыл свои очки на берегу и вообще. А, да. А, не надо забывать очки на берегу. Вот поэтому вы и не заметили этой дыры. Счастье, что вы так удачно провалились. Ну, давайте руку. Не надо, я сам. Пожалуйста. Ну, святой отец, подайте вы руку своей спасительнице. Никто от хорошей жизни не станет сидеть на веревке. У меня сегодня вообще какой-то смешной день. Встречаются одни худые и толстые. У толстых болят зубы, и все куда-то проваливаются. Смотри, не помри со смеху. Ну вот, сделали доброе дело. Прошу вас, мадемуазель. Спасибо. Долго по дорожке, то потихоньку бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, то, возможно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кошелоты. Только воры жадничают, только жадины, а лгут только лгуны. Ну, не всегда, дитя мое, это неоднозначно. Ты мала и не знаешь жизнь. А бабушка? Когда бабушка была маленькая, у них в деревне был живой пастушок. Он все время врал, что на стадо напали волки, а все бежали ему на помощь. А когда на стадо и правда напали волки, то никто не прибежал ему на помощь. А волки напали на стадо и съели его. Старые сказки. Сколько их было? Кого? Тех, что напали на стадо. Не знаю. Я так и думал. Не знаешь, а представляешь в лицах. Дитя мое.
Ну хорошо, я спрошу у бабушки. Вот и спроси сначала, а то всю жизнь наговаривают на волков, несут что хотят. Да я не на волков, я на пастушка. Пусть есть стадо, запомни, умница, с точки зрения науки, в эту бабушкину деревеньку должны были прибежать, приплыть, прилететь по воздуху все волки, которые живут на земле. Все! Всемирные! Всемирное нашествие волков на одну забубенную деревеньку. Не слишком ли много суеты? А почему нельзя съесть стадо? А кто пробовал съесть стадо? Стойте! Не двигайтесь! А ну-ка повторите ваши последние слова. Я вас где-то видела. А кто пробовал съесть стадо? Вы мне напомнили одного моего знакомого профессора. Только он хотел съесть слона. Ничего удивительного, у святого отца сегодня с утра во рту не было маковой росинки. Ой, какая же я глупая. У меня здесь только еды. Что это? Горит наш лес! Скорее бегите за подмогой! Беги за подмогой, беги, единственная надежда своей матери. Ну, на этот раз ты сам забыл про мешок. Я забыл про мешок? Да это вы заговорили мне зубы, что вы несли! Вы из меня матерого волка сделали идиота! У всех толстых болят зубы! Посмотрите, какой у вас цвет лица! Толстые прыгалки, толстые! Можно подумать, что все остальные вымерли. А? Ну вот, теперь будем ждать до второго пришествия, пока их лес не сгорит к дьяволу дотла. Это от одного пастуха столько дыма? Ты где взял эту гадость? М? Я тебя спрашиваю. Ты что, меня не узнал? Сейчас же брось это занятие. Спокойно. Сейчас я дам тебе в глаз. Вот только наберу силы. А, ну набирайся, набирай. Дам тебе в глаз. Ну на, дай успокойся. Твоя песенка спета, за меня отомстят. Не болтай чепухи, мне жалко твою сестру. Пожалей лучше себя. Тебя съедят волки, они отомстят за меня. Ой, да когда это будет? Когда? До сию ми... Вот до чего доводит курение. Я не верю тебе, это не волки. Это волки. Волки? А вдруг они нападут на стадо? Бабка не глупая, наша корова сидит дома. Ваша корова сидит дома? Какая подлость. Ты толкаешь меня на хитрость. Ну что там такое с этим лесом? Горит, не поймешь. Ни дьявола. Похоже, мы начинаем ходить кругами. Узнаешь, толстый? А, наконец, дитя, сбилась с ног. Какая идиллия. И не вздумай выкинуть что-нибудь идиотское из своего репертуара, чтобы не разбудить ее. Дети хороши, когда спят. За мной.
милая! Попадай! Надежда этот. С ним можно было договориться. Тут я просчитался, он наверняка перекурил. Ты что, не курил трубку? Эти не хотят. Эти? Да кто они такие? Что они сделают? Ну что ж, настало время мстить за тебя. Ты свой человек. Это я понимаю. Отгони стадо. Зачем? Нам нужна эта девчонка. Ты понял? Отгони стадо. Ладно. Не бойся, мы отомстим за тебя. Отгони стадо. Секундой мы посадим ее в мешок. О, я понимаю, почему ты молчишь. Тебе этого мало. Тебе нужен выкуп, побольше, хорошо. Я заплачу тебе после бала. Ты что, не веришь? Даю слово волка. Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть, 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 съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать. Тащить и хватать, тащить и хватать. Пел ваш товарищ? Как? Разве он не пел? Ты что, не пел, толстый? Ребенок интересуется. Скажу тебе по секрету, он влюбился в эту красную шапочку. Ну, ты согласен на сделку? Теперь я на все согласен. Послушай, что с тобой? Я тебя не узнаю? Просто у меня стало очень плохое настроение. Настроение? Великая вещь! Скоро у тебя будет отличное настроение! Ну-ка, слетай за водой, что-то в горле пересохло.
Только живо! Нельзя ведь маковые росинки, они очень сонные. Отдай чужую вещь, это не твоя. Да не кричи ты. Это не чужая. Теперь ты знал меня? Понимаешь? На наш лес напали волки. Ну и прекрасно, у нас есть плетка. Тише, дурачок. Тебе страшно? Мне противно. А зачем тебе надо собирать маковые росинки? Они же сонные. А вдруг волки и правда заснут? Тогда мы выиграем время. По маковому полю, потом по каменной дорожке, потом по вязаной и придешь к бабушке. Хорошо? А не страшно? Нет? Нет, ты нет. Гонец. Но как там наша подруга? Спит? Спит. Раз подруга спит, дело подождет. Пора подкрепиться немного. Мы обессилели. Какая прелесть. На, толстый. Пей. Тебе предстоит тащить мешок. Да не пустой. Ты сегодня здорово поработал. Я думал, ты умрешь, прыгая со своей подругой через веревочку. Ла-л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 а-
Ну что? Как одевать чужую одежду. Лично мне она ничего не сделала, эта девчонка. Но ни до каких ваших нежных мыслей мне нет дела.
Твоя мать платит мне. Как? Я служу. Мама платит тебе? А я думал, что ты... Что ты думал? Что ты думал, святая простота? Ты думал, что я пропадаю здесь с тобой из-за бескорыстной любви к твоему братцу? А вот он был тебе таким другом. Другом? Просто у него зубы были побольше и пострее моих. Я сирота. Работал на него как зверь. Он только указывал. Курица однажды чуть не выклевала мне глаз. А ночи, когда снятся одни собаки, кому-нибудь было до этого дело? Да, но ведь ты так пел. Что я пел? Что я пел? Может, я подпевал от одиночества? А мама думала... Мама ничего не думала. Она платила, я работал. Зачем же ты работал на нас по неволе? А какой толк служить одному себе? Иногда хочется что-нибудь сделать для других. Хочется, и все. Ты никогда не работал, толстый. Тебе этого не понять. Твое место в зоопарке. Не шути так. Я не шучу. Зоопарк — это зоопарк. Спи день и ночь. Вечный сон. И при этом ни за что, ни просто подносят еду. Только за то, что эти дети любуются твоей персоной и едят эскимо. Смешно. Смешно. Когда я был ребенком, я тоже хохотал дни и ночи. Жалел птенцов и хотел нежности. А теперь из-за этой семейки, где все построено на корысти, я ненавижу все живое. Особенно я ненавижу детей. Из каждого из них может выйти лесоруб или охотник. Но ты меня не бойся. Больше всего сейчас я ненавижу эту девчонку. Ее красную шапку. Она меня замотала. Но этого я и простил. Но она влезла мне в душу. Светлую речку, помню нетронутый лес. Ходит бывало овечка, никто овечку не ест. Травка, цветы незабудки, мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки. Пока твои зубки, 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 зубки не превратились в клыки. Я и не знал, и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык. Но темною ночью с просонок слышу я даже тебе: милый мой мальчик, пока ты волчонок, пока ты волчонок, 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 волчонок. Ты не совсем еще зверь.
будке мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, 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 зубки. Тебе нужна свистулька? Нет! На нашу красную шапочку напали волки! Как? Па-па-па, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится, но смелое сердце врага не боится. Па-па-па, па-па-па-па. И друга не бросит нигде. Говорите? Какое счастье, что мы с вами встретились. Вы? Вы рады? Знаете? Знаете, мне всегда ужасно везет на встречи. Вы? Вы верите в счастливые встречи? Огромное счастье, я присяду. Пойдем скорее, людям грозит опасность. Какая опасность? Побежали. Куда? Да не туда, а вот сюда. Куда? Я расскажу вам по дороге. Мама! О! Ой. Стойте, куда же вы? Тихо ты! Вы же охотник! Что ты орешь? Что тебе сделал? Охотник. Охота это когда охота. А когда не охота, то кому это надо, предлагаю. Бежим отсюда по добру, по здорову, пока не поздно. Ради тебя же. По добру, по здорову, а других пусть едят. Других. Хорошо. Я подкрадусь. Я пристрелю их в упор. Пойди посмотри. Посмотри, крепко ли они спят. Вы что, хотите застрелить их спящих? Ты что предлагаешь, разбудить их? Все, хватит. Туда нельзя, сюда нельзя, бежать нельзя. Стойте! Нельзя. У меня дети. У вас нет никаких детей. Как это нет? Если бы у вас были дети, вы бы не были трусом. Отдай, Саша! Не отдам! Не отдам! Тихо! Отдай ружье! Отдайте! Оно же заряжено! Ты же можешь попасть мне в глаз! Ну что? Отдай! Отдайте ружье! Отдай, девочка! Не отдам! Отдай, хорошее! Отдай, тебе говорю! А ну-ка, сейчас отдам! Отдай! Отпустите! Чего ты от меня хочешь? Что тебе нужно? Их надо привезти под конвой в деревню! Их должны рассудить люди! Ага! Значит, я тебя понял, ты хочешь прославиться всю деревню, а я... Какая глупость! Неужели непонятно, что на суде они могут раскаяться? Волки! Раскаются! Отдай сейчас ружье! Отдам! Отдай ружье, глупая девочка! Отдайте! Отдай сейчас же! Оставь ребенка, папа! Господа, это ошибка. Я не лесоруб, я охотник. Вашего родственника убили лесорубы. А я охотник, охота это спорт, это совершенно безобидно. Пиф-паф, ой-ой-ой. А она сказала, что вы раскаетесь на суде. А я не согласен. Тогда возьмите ружье. Оно, оно вам пригодится. Хочешь всучить нам надежную улику, волки с ружьем, оставь его себе. Когда я усну, пиф-паф, ой-ой-ой. Ну что вы? За кого вы меня принимаете? Никогда. Ни за что. Ау! Красная шапочка! Эхе-хе-хей! Красная шапочка!
Маски сброшены. Комедия окончена. По пути вы все время интересовались этим предметом. Мадемуазель, прошу, вот он перед вами. Переступите ножками, и мы завяжем его у вас на голове большим бантом. Господа, теряем время. Нет, я не согласен. Дело чести, мадемуазель, ваше последнее слово. Я не хочу ни с кем разговаривать. Вы обманули меня. Мы так хорошо шли по лесу. Почему вы не посадили меня в этот мешок с первого раза? А ты дала мне эту возможность? Ты же говорила всю дорогу и вертелась, как веретено ни единой паузы. Перебивать на полуслове или нападать со спины — это дело его братца, но только не мое. Ты же видела, что я работаю профессионально. Господа волки, нам пора. Убери его. Оставьте нас. Вы заезжий, мы сами разберемся в своем лесу. Как скажете. Давай сюда, не бойся. А я и не боюсь. Поставьте меня на ноги. Откуда это случилось? На нашу красную шапочку напали волки. Какого дьявола тебе не сиделось дома? Почему ты одна отправилась в лес? Ведь ты ж научена горьким опытом. Но у меня заболела бабушка. Откуда ты ее взяла? Она у тебя не заболела. Но ведь так было написано на заборе. На заборе? Разве умные дети читают, что написано на заборах? Ну, а хорошие будут портить заборы. Ага, вот вы и попались. Значит, вы нехороший. Нехороший. Вы же писали. Как не стыдно. Плохие и хорошие, ты меня запутала. Теперь ты пристала ко мне. Я не пристала. Я шла. Вы сами напали на меня. Господа, нам пора. Убери его. Убирайтесь. Ведь вы, понимаете, вы заезжий. Как говорится, быть беде. Присядьте. Угу. Красная шапочка! Я честно работаю. Вы честно работаете, ловите чужих кур и чужих детей? Не путай две вещи. Я занимаюсь нечестными делами, но делаю их честно. Иди смотри на меня голубыми глазами, а ты сама, когда тебе припекло, прибегла к обману? А вот и неправда. Я все время держала пальцы вот так. А это ничего не... Дает. Ровным счетом ничего. Дает, дает. Я знаю, когда держишь пальцы вот так, от тебя отлетает вранье. Только не это. Только не это. С тобой не соскучишься. Ты посмотри, в кого ты превратила толстого. А мне отвечать за него перед матерью. Не называйте его так, он милый. Он толстый. Вы всегда были грубы с ним, даже когда были дамами. Он толстый. Он милый, он вселяет надежду. Милый, дай-ка корзиночку. Но быстро. Сейчас все дети, которые так любят своих бабушек, заплачут горючими слезами. Это правда? Ну, убедилась? Милый? Он был голоден. Он эгоист. Это маменькиных рук дело. Господа, нам пора. Нам пора, у меня... У тебя нет никаких детей. Итак, дитя, вы не оставили нам выхода. Если вас отпустить,
Вы соберете людей? Конечно. И всенародно объявите им о месте нашего пребывания? Конечно, раз вы такие. Это идея. Вот мешок, дитя. А вот ваш последний луч солнца. Попрощайтесь с ним. В мешке вам будет темновато. Прошу вас. Ау! Люди! Все сюда! Ау! Девочка пасена! Нам надо бежать. Перестань суетиться. Последнюю минуту надо прожить красиво. Да что с тобой? Возьми себя в руки. А тебе понравилось жить, толстый? А зачем? Слышь? Зачем? Будешь сидеть за решеткой в городском зоопарке, а они... Что ж, отсидим. Мальчик? Я не мальчик, я девочка. Ну, ни снега, ни пасмурного ветра, в полночный безоблачный час распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй, здравствуй, сияющий, сияющий, который час двенадцатый примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети, дети? Хорошо.
весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилось млечная дорога. А вдоль по ней, вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на луне, на голубом валуне лунные люди смотрят, глаз и соля. Как над луной, над луной шар голубой, шар земной, очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Ha 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 ha!